Выпьем за показ. Все прошло хорошо. Чин-чин-чин. Чин-чин. Прелестный звук золотых монет. Николас, у тебя столько энтузиазма. Люди хлопали, и нам обещали хорошие отзывы, грустить не о чем. Это мы еще посмотрим, Николас. Вам это Баллард сказала? Ну вот, в лицо они говорят одно, а вот что напишут, другое. Пока не увижу статью. Вы понимаете в этом лучше меня. Можете представить? Мне почти 50, а приходится учиться как мальчику. Что поделать, изгнание. Мы новички, но не совсем. Как для страны, в которой завтракают в 12:30. Не предавайтесь вновь ностальгии. Я покинул Париж ради Сан-Себастьяна на 12 лет и не пожалел об этом. И целыми днями говорили о Париже. Это другое. Во Франции не шла война. Владио прав. Теперь мы здесь, нужно идти вперед. Я готов учиться. Я знаю все о бизнесе, но признаю, о моде ничего. Я здесь ради Вергилии. Еще чего. Ты сам этого захотел, и ответственность на тебе. Я всегда буду рядом, если понадобится помощь. Не стесняйтесь. Говорите.